Для того, чтобы более детально, скажем так, изучить первый вопрос, это вопрос касается обслуживания телеканалами предвыборных интересов различных политических сил. Хотелось бы показать вам два видеосюжета, которые подтверждают эту теорию, а потом уже на основе вот этих сюжетов хотелось бы уже начать разбирать вопрос. Поэтому внимание на экран и первый сюжет. Виборча кампанія щойно розпочалась, а Тернопіль уже заполонили брудні технології. У міському осередку об'єднання «Самопоміч» заявляють, на чорний піар проти політсили та кандидата у мери Тараса Пастуха витрачено близько мільйона гривень. Вже 6 так званих спецвипусків місцевої газети отримав у поштову скриньку кожен тернополянин. «Самопоміч» там обливають брудом. Зокрема, приписують зв'язок з колишніми регіоналами. Серед них буцімто є навіть ті, хто під час Революції Гідності підвозив тітушок на Майдан. Обурені використанням брудних технологій і народні депутати від цієї політсили. Запевняють, у своїх лавах не мають ані регіоналів, ані корупціонерів. Натомість часто чують про фейкових членів «Самопомочі». На жаль, сьогодні в Тернополі ми побачили відверте поливання брудом. І саме головне, що за тим брудом ми бачимо фейкових людей, фейкових осіб, фейкові газети, інтернет-сайти, до яких неможливо позиватися до суду. Я думаю, найкраща оцінка буде – це голоси в день виборів. То есть, что касается этого сюжета, в принципе, известно, что 24-й телеканал – это канал Садового, партия и, собственно, «Самопомощь». Мы видим конкретно, как в этом сюжете они возмущаются, что, мол, смотрите, черный пиар, как это могли, все-таки старые технологии возвращаются и так далее. Но, тем не менее, буквально через несколько часов у них выходит следующий сюжет. Хотелось бы как раз вот его поставить на экран. Вибори, вибори, кандидати агітують. У соцмережах дотепно і, головне, правдиво висміюють гучні гасла. Лена, у тебя лицо скучное, тебе никто голосов не даст. Борислав Береза, закрили 150 банок різносолів. З одного укропу каші не звариш. Я сделал за год ничего, за два из них ничего-ничего. Виталий Кличко. Як вам жити по-новому, православні? Солідарність. Блок Петра Порошенка. Раді понту партія. Штушка, бо наш лідер справжній... Команда казнокрадів. Ми дотягнемось бюджетних коштів. Непристойна пропозиція. Партія простих нелюдів. Прибулець Сережа. І не телефонуйте мені, бо я псих. Брехня. Популізм. Крадіжки. Тітка з косою. Спілка олігархів виродження. Нам потрібні ресурси країни, а люди – то баласт. Ну, собственно, мы видим, как, собственно, сначала на телеканале 24 представители «Самопомощи», о которых почему-то в этой программе забыли сказать, ну, видимо, соцсети, по мнению телеканала, что-то вот умалчивают о вот этой хорошей партии «Самопомощь». А мы видим конкретно, что следующим идет тот самый черный пиар, против которого они только что возмущались. Поэтому можно сделать вывод по этому сюжету, что фактически телеканалы являются ручными шавками олигархов, и когда, собственно, надо лаять, они лаят. Когда не надо лаять или не надо замечать чего-то, они этого не замечают. Как раз под выборы фактически они выполняют заказ тех хозяев, которые, собственно, заказывают музыку. Почему так сложилось и как вот с этим бороться, с вашей точки зрения? Ну, во-первых, то, что мы сейчас видим во время избирательной кампании, вы правильно абсолютно сказали, это то, что применялось в Украине абсолютно всегда с момента ее независимости. То есть это было более брутально, менее брутально проходили в разные годы избирательные кампании, но черный пиар, черные технологии, они, в общем-то, присутствовали в медиапространстве всегда, в том числе и в печатных СМИ. То есть эта проблема касается не только телевидение, да, поэтому ничего удивительного в том, что каждый олигарх, который владеет собственным медиаресурсом, максимально использует его для того, чтобы опустить рейтинг конкурирующей фирмы, как говорится. В этом, естественно, ничего удивительного в нынешней, особенно постмайданной Украине нет. Мы все помним, как канал 1+1, например, опустил рейтинг Ляшко на предыдущих президентских выборах, потому что
предшествовал этому разговор коломойского собственника, собственно, с генпродюсером, где ему была поставлена четкая задача. И потом все телезрители наблюдали полтора месяца, каждую неделю. Как коломойский очередной... не любит Ляшка. Да. Или же мы все помним, опять-таки, два канала, два олигарха, у которых был спор. Каждую неделю устраивали такие телевизионные батлы и фильмы, посвященные друг другу. Поэтому, к сожалению, это типичная для Украины проблема. Я могу сказать, что после революции, даже во время революции скорее, это стало все слишком гипертрофировано, увы, потому что раньше все же свои тенденциозную подачу информации каналы все же пытались как-то прикрывать фиговым листком объективности. То есть подача изначально все равно была в пользу одной стороны, но просто как минимум для галочки давалась объективная, чуть-чуть точку зрения второй стороны оппонента. Сегодня этого нет и в помине. Вы знаете, что практически всем оппозиционным политикам не предоставляется слово в эфире. То есть их просто в современной действующей украинской повестке не существует. Да? Ну вот выстроено сегодня медиапространство таким образом, да, медиаплан, что альтернативной точки зрения не существует. То есть любое инакомыслие пресекается на корню. Это касается телевидения, это касается печатных СМИ. И самое ужасное, это сегодня уже даже касается интернета. Потому что мы знаем, что даже есть прецеденты решений судов о возбуждении уголовных дел, которые доведены до суда, уже есть приговоры людям просто за их мнение и посты в Фейсбуке, в соцсетях. Размещение видео – это хороший повод. Это Руслан Кацаба, который сейчас сидит. Руслан Кацаба – это не просто повод, к сожалению, смысле, плохой. Да, но в виду, я хочу напомнить, что Руслан Кацаба – международная правозащитная… Да, увы, такой плохой, хороший пример. Он международной правозащитной организацией Amnesty International назван узником совести. И все правозащитники международные требовали немедленно его освободить, потому что он сидит абсолютно по надуманным причинам. Совершенно очевидно, что никакого состава преступления, которое ему инкриминируют, а это, напомню, измена родине, ну, то есть мы просто вернулись в какой-то 37-й год, уже пора 58-ю статью возвращать, я уже не удивлюсь, если честно. Ну, видимо, без отмазки. И хочу напомнить, что спустя несколько месяцев всего лишь то, что озвучил первым Кацаба, сегодня с трибуны Верховной Рады все провластные политики повторяют практически под копирку. Все говорят о том, что нужен мир, о том, что нужно прекращать мобилизацию, войну, и что люди должны сегодня думать о том, как жить, развивать и строить страну заново. Это то, что первым озвучил Кацаба. Только он почему-то в СИЗО и устраивает какую-то клоунаду из этого судебного процесса. А все остальные, кто-то озвучивает, остаются депутатами.